Несмотря на напряженную обстановку, пятый этап чемпионата по картингу IMOL Mix на картодроме Mix Karting все же состоялся. Однако на минувшие гонки приехали не все заявившиеся ранее команды. Группы А и Б выступали полными составами, по 12 коллективов. А на старт последнего заезда, то есть группы С, вышли лишь 6 пилотов. Организаторы уверяют, что на дальнейшую судьбу чемпионата это не повлияет. Даже если участников будет меньше, гонки пройдут по графику. Есть у нас привычка иметь в наличии запчасти, иметь в наличии необходимое резины количество. Вот. На несколько месяцев у нас есть все, чтобы делать качественные гонки и, ну, стараться не поднимать цены. Вот. То же касается призов для победителей чемпионата. Есть вероятность, что некоторые спонсоры из-за санкций будут вынуждены нарушить договоренности. Но на этот случай у организаторов есть план. За все те годы, которые мы работаем, за все те 16 сезонов, которые мы провели, мы никогда не обманули наших участников и вернули все, даже если это нам, грубо говоря, если нам даже придется взять кредит, но мы погасим и отдадим людям все, что мы должны. Вот, поэтому я надеюсь, конечно, спонсоры тоже наши никуда не убегут и выполнят свои обязательства перед нами. Минувшие гонки запомнились двумя яркими моментами. Лидеры чемпионата, которые в этот раз отрабатывали штрафы, не поднялись на подиум группы А, пропустив вперед другие коллективы. А в группе Б до последнего сохранялась интрига относительно второго и третьего мест. За них сражались сразу 5 команд. Шестой этап обещает быть еще более зрелищным и напряженным. Он пройдет 15, 16 и 17 апреля. Очередной этап чемпионата по картингу состоялся и на картодроме «Маяк» в Подмосковье. Речь о детском турнире СВС IMOL Маяк Junior Cup. В этот раз участникам с погодой повезло меньше. Трасса покрылась льдом, шел снег, был сильный ветер. Тем не менее, призы нашли своих победителей. Этот чемпионат включает 4 зачета. Абсолютный и 3 возрастных – новичок, мини и кит. Юные пилоты борются не только за кубки, но и за путевки в европейские серии, а в декабрьском суперфинале еще и за денежные призы.